Дорогие друзья, мы с Егором копаем огород. Машенька сбегала, взяла посылку. Что ты, Маша, еще купила? Кефир, хлеб. Кефир и хлеб. Это мы заказывали еще в январе, по-моему, месяце. Формочки для кексиков. Я вам уже говорила, что у меня нету маленьких формочек. Все закончились. Поэтому мы заказали. Вот тут их так, 2, 4, 6, 8, 10, 12 штучек. Что-то по 80 рублей, что ли, я их урвала. По купону, мне продавец давал купоны, я их урвала. На, Машеньку, убери туда. А это выкинь, пожалуйста. Там подарка нет, тут продавца нет. Раньше продавцы подарки ложили. Ребят, ничего не снимаю, потому что Егор сказал, если ты будешь снимать, я не буду копать. Поэтому Егор сейчас мне копает грядки. Я потом вам все покажу, а я бороздки делаю. Убираю между грядок траву. Думала, чем рвать ее неудобно. Тяпку взяла, тяпкой. Чик-чик-чик. Хорошо. А потом вот этим средством пройду все, опрыскую, это оболью. Вообще, так что вот, да, вечером, как мы управимся в огороде. Машенька, ты давай посуду. Ну-ка, кота сделай наполнитель. Это что такое выпал весь? Как, Маша, посуду помоешь? Давайте в комнате здесь дома приберитесь. Хорошо? Катя, давай тоже. Киса спит. Ладно, пошла я дальше на огород. Вот такие вот у нас дела. Мы пошли дальше копать. Ребята, тихо. Вон Егорушка у меня копает. Ну, а я там бороздки делаю. Там у нас бачок все. Он не знает, что я его снимаю. Поэтому тихо. Пусть он мне помогает. Ребенок копает. Смотрите, киза под одеяло залезла. Я зашла чай попить. Тут Оксаночка решила. Оксана, у тебя что мордочка грязненькая? Ну-ка, пошла мыться. Кися к Маше залезла на койку и под одеяло залезла. Такая деловая. Видите, как она тут. Девчонки на улице музыку слушают. Я сейчас пойду развешивать. У меня новая партия постиралась. И попозже покажу, что мы с Егоркой в огороде уже сделали. Если интересно, оставайтесь с нами. Так, дорогие друзья, я убираю вот этот вот весь сорняк отсюда. Вот здесь вот убираю. Егора меня вскопал одну грядку. Молодец, он сейчас вторую копает, я его не показываю. И да, у меня расцвели еще тюльпаны. Давай-давай, копай, я тебе не показываю. И вот так вот. В целом, вот так вот, короче говоря, я убираю весь сорняк. Но пока Егора ушел, покажу. Вот эту грядку он начал копать, ему копать еще. Тут ого-го, эту он мне уже скопал. Молодец у меня. Ну, а мы продолжаем работать. Потом подальше покажу уже, что будем делать. Ладно, пошла Егорку звать, пусть копает что-то. Что, Марина? Ребятки у меня гуляют. Музыку тут врубили по полной программе. Да, Ваня, ты музыку врубил? И гуляют. Какой ты чумазый. Ну, а я пошла дальше работать. Сейчас Свете отдам телефон, она поставит на зарядку и пойду дальше работать.
мы завершили работу. Сейчас пойду покажу вам, что... Проходи, проходи. Что мы сделали? Егор мне скопал грядки, со Светой мы наконтарили. Егор, ты не считал, сколько мешков? Ну, мешков 10, да, наверное? Посчитай. Потом хочу еще на баню. Так, будешь. Мы затопили баню, Маша ко мне пришла. Пойдемте покажу, что мы сделали. 10? 10 мешков опила еще наконтарили. Сейчас покажу фронт нашей работы. Так, чем занималась я? Ну, вот видите, сорняки тяпкой рубила, вот по краям. Все вот это, видите, сорняков не стало. Я их почти все убрала. Ну, вот тут вот цветок только я оставила. А там крапива, я хочу на суп ее сделать. Удобрила вот те две грядки и сразу полила. Ту грядку мы еще не вскопали, ничего не сделали. Егор мне вскопал две грядки. Завтра вот этой грядкой этой займемся. Потому что там мне на лук пересадить, и здесь мне на чесночный лук пересадить. И лук там семенами я садила. Как-то так. Завтра еще там вот буду фронт работы. И потом займусь клубникой. Вот здесь вот клубника у меня ничего. Даже вот сюда перешла. Буду ее отсюда выкапывать, садить туда. А там она у меня вся вымерзла. Ну ладно, то что есть. Хочу попробовать пересадить вот на эту, на вторую грядочку. Там земля получше. Туда мы навоза больше вложили. Ну и сначала, конечно, навоза подкидаю. Так что вот столько вот сегодня. Здесь вот тоже сорняки поупирала немного. Тяпкой, ребята, удобно убирать. Идешь, убираешь тяпочкой. Ну, кстати, тяпку, лопату все убрать. Знаете, тяпкой такое делала. Грабля тут убрать на все это. И удобрила грядки вот этим вот, которые я сегодня купила. Вот эти вот. Удобрила грядки здесь. Морковку там удобрила. Ладно, вот такие вот у нас продвижения. И да, кстати, у меня зацвел. Зацвели еще два тюльпана. Ну, вот один уже закрылся. Он сегодня немножко был открыт. Вот этот вот. Видите, он немножко там желтоватый. А эти красные, видите, внутри. Ну, они уже закрываются на ночь. Ну, вот в целом фронт нашей работы. Осталось вот там вот все это сделать. И вот это вот кусты. Подвязать, сделать оградки им все это. Ну, не оградки, а подпорки. Так что вот так потихоньку работаем. Это мы хрен на куда-то его посадить, этот хрен. С грядок отсюда выкопала. Сейчас мужу, кстати, отнесу. Скажу, пускай посадят, а то я уже не могу, сил уже нету. Ну вот потом, пока Егорка у меня докапала, я позвала Свету, взяла мешки. И мы наконтарили опилки в мешки. В общей сложности мешков 10 мешков мы наконтарили. Так что вот такие вот у нас, ребята, дела. Ладно. Затопили баню. Скоро в баню пойдем. Еще сегодня хочу посадить на рассаду кабачки и огурцы. Достала ведерки. Сейчас покажу, какие. Сейчас. Да. Сейчас. Вот такие вот ведерки у меня есть. Ну, не ведерки, майонезные банки, да. И я в них хочу посадить кабачки и огурцы. И вот такие вот лотки. Я их не стала выкидывать. Это, по идее, от клеток. Туда тоже очень хорошо будет садить рассаду. А потом пересадить. Вот я сначала, наверное, вот в эти посажу. А потом будем просто пересаживать. Так что вот так вот. Как-то так. Ладно, идем дальше работать. Так, осталось мне посадить огурцы. Я вот так вот два поддона набрала. Какие будем садить? Огурец теща. У меня их много. Так, не мешайтесь, пожалуйста, мне. Так, кабачок мы отдельно посадим. Это тоже отдельно. Огурец зазуля. У меня их тоже много. Вон тут. В одну мы посадим тещу, в другую зазулю. И апрельский у меня один пакетик. Я его вот в этот маленький потом посажу. А кабачки я буду садить, наверное, в майонезные ведерки. Так, ну что, приступаем. Так, первый будем садить тещи. Сейчас я эти все пакетики высыплю в один... В одну мисочку сейчас мне Маша вынесет. Посмотрим, сколько в одном пакетике семянок. Мне просто даже интересно. Так, дорогие друзья, Маша принесла такую тарелочку. Говорит, больше не нашла никакую. Хотя у нас там есть, по идее, маленькая. Ну ладно. Я открыла один пакетик и хочу посмотреть, сколько тут семян. Просто ради интереса. Так, напоминаю, теща. И вот всего сколько семян. Не знаю, Ваня, где Оксана. Иди, пожалуйста, играй. Вот, видите, сколько семян. Сейчас я их все высыплю и будем садить.
Ребят, вот здесь 7 пакетиков. Вот 7 пакетиков, сколько всего семян. По сути, вообще немного. Сейчас будем садить с вами. Так, следующее мы будем с вами садить зозулю. Сейчас тоже ради интереса я хочу открыть и посмотреть, сколько здесь семянок выпадет. Вот, ребят, с одного пакетика вот столько семянок. По сути, тоже немного. Высыпаемся и считаем, сколько пакетиков. Вот здесь зазули 8 пакетиков. Ну и семян немножко побольше, чем в предыдущем было. Ну что, начинаем садить? Все, все семена огурцов мы с вами посадили. Осталось только их полить. Сейчас займемся кабачками. Ребят, забыла про апрельские. Открываем и смотрим, сколько там семян. Тоже посажу в маленькую баночку. У меня просто нету стаканчиков, чтобы по стаканчикам садить. Поэтому будем садить так. Вот столько семян в апрельском пакетике. И сейчас прям так их накидаю сверху и землей посыплю. Вот тебе и все. И сюда сбоку засунем нашу бумажку. Вот считай, посажено. Так, кабачки я пока посажу по одному пакетику. Так, цукеша у меня один пакетик. Вот в нем столько семян. И сейчас вот так в рядочек их натыкаю и посажу. Посмотрим, что взойдет у нас. Лишь бы вообще хоть что-то взошли. Я знаю, что кабачки у меня плохо всегда всходят. Ну, попробуем, посадим опять. Муж на меня ругается, нахрена тебе все это надо? Ты сдурела. Ну, вот такой вот я человек. Так, два ряда посадила. Ну, спать, спать. Рано еще, сыночка, спать. Скоро пойдешь спать. У меня получается вот так вот будет цукеша сидеть. Как обычно я делаю бумажку, да? И второй посажу белогор. Вот такие вот кабачки. Сейчас откроем, посмотрим, сколько там семян. Там тоже, ребят, по сути, немного семян. Так, вот столько вот семян белогоря. Ну, а тоже сейчас их посадим. Так, сначала бумажку сделаю, туда закопаю. Так, не тем концом. И вот так вот. И сейчас вот так вот в два ряда мы с вами посадим. И все. И считайте, моя посадка на сегодня закончится. Скоро баня будет готова. Помоемся в бане, а потом спать. А завтра мы с вами продолжим дальше садить. Если интересно, то оставайтесь с нами. Ребята, у нас на улице громыхает, сверкает. Катя села в окно смотреть, как сверкает. Да, Катя? Много видела уже, как сверкает? Я тоже видела. Ты тоже видела? Да. Мы дома все отключили на всякий случай. Да. Не надо пока свет включать, а то лампочка взорвется еще, не дай бог. Сядь. Киса тоже, видишь, боится. А на улице у нас сверкает. И дождь идет. У нас время ночь. Выпустила я видео. И хочу ответить на комментарии. Да как это, вот знаете, вы пишете, должна подруга прийти помочь. Подруга мне помогает, когда я что-то прошу. Тут попросила металл отвезти на металлолом. Они мне помогли.
с машины, потому что больше бы я ни у кого так не нашла, чтобы мне кто-то бы отвез. Я, когда мне надо привезти комбикорм, если у него муж дома, он мне всегда привозит. Я его попрошу, он мне всегда везет. Без отказа. Вот ни разу он мне еще в этом плане не отказал. У мужа родственники, когда просят, иногда отказывают. Не всегда привозят. Поэтому там приходится ждать. А тут, если он человек дома, он всегда мне... Да, конечно, все, поехали. Без проблем в этом плане. И вообще, знаете, я не понимаю вас, вот вы говорите, что вот такая вот я всем помогаю, дома нифига не могу сделать. Ну, такой человек меня попросит, я всегда помогу. В этом плане вот... Ну, почему я не могу помочь подруге? Да я всегда помогу. Кто бы ни попросил, я помогу. Если я могу помочь, то я могу помочь. Ничего в этом плохого не вижу. Чем планируем заниматься завтра? Я хочу завтра добить до остатки сорняков и потом опрыскать вот этим вот средством, что я купила. Не знаю, только хватит мне на все или нет, но вот что-то попробую, куплю. Опрыскаю, то есть. У меня уже, кстати, ночь, все спят. Я не могу опять уснуть. Крутилась, вертелась. У нас гремит, у нас сверкает интернет. Сейчас мы отключили пока. Боимся, что сгорит все нафиг. Поэтому вот так вот. Дети мне в целом помогают. Многие пишут, что вам не помогает. И почему вам Егор в пятницу не помог с огородом? В пятницу он пришел со школы, мне сразу сказал: мама, сегодня я пишу проект, потому что мне надо его сдать до воскресенья. Там, я не знаю, по какому предмету точно, но вот он сидел, он допоздна, до ночи сидел, и ночью только учителю отправил этот проект. А в субботу он мне вот сегодня весь день, сегодня как раз суббота, ну сейчас уже, конечно, воскресенье, потому что время уже 1:00 ночи, и он мне помогал. У меня после бани, смотрите, ребята, как все лицо. Вообще кошмар, да? Но у меня сегодня еще вечером, когда в огороде работала, видимо, накусали еще немного. Или опять аллергия на что-то. У меня еще в морозилке мороженка лежит. Надо бы съесть, а я не хочу. Сегодня муж купил всем детям мороженки. Ну, как купил, я им дала. Он сходил, купил. Дети попросили, говорит: мам, мы мороженку хотим. Я говорю: ладно. Он сходил, нашел, где самое дешевое мороженое, и купил. Всем по стаканчику, и меня тоже взял. У меня так и лежит в морозилке. Еще не до мороженого было. Так что вот такие вот дела, ребята, у нас. Вот так вот. Вроде весь день работала, а знаете, вот такое состояние какое-то. Ну что, мы справимся, мы сильные, да ведь? Ладно, пошла я спать. Всем всего самого хорошего. Желаю всего-всего самого хорошего. И крепкого-крепкого здоровья. Всем говорю, пока-пока.